Солигорск накрыло первым снегом. Он подкинул работы коммунальным службам. В круглосуточный режим работы с начала недели переведены автоколонны ЖКХ-комплекс. Уже ночью на дороге города вышла спецтехника. Производилась посыпка улиц песчано-соляной смесью. Утром машины переместились во дворы. Солигорские коммунальные службы объявили о готовности к зиме. С 15 числа все коммунальная служба перешла в круглосуточный режим работы в связи с изменившимися погодными условиями. Сегодня ночью выпал снег, соответственно, все дороги, основные проезды были уже просыпаны к утру. С утра 6 утра работало 80 человек на подсыпке, на уборке снега. В постоянном режиме находятся 3 единицы техники, которые готовы выехать в любую минуту. Сегодня у нас за сутки мы высыпали 120 тонн смеси. Смеси у нас есть, хватит на бесперебойную работу и на подсыпку на ближайшие месяцы. В случае экстремальных снегопадов разработана целая программа. Здесь не только мы будем работать, здесь будут помогать уже все предприятия города. В первую очередь обсыпается город, центральная улица, и потом мы еще отвечаем за городской поселок Старобин и Красная Слобода. Это круглосуточный режим работы. У нас постоянно находятся дежурные водители, дежурные трактористы, погрузчики. То есть мы не уходим с работы. Сегодня ситуация на дорогах Солигорского района спокойная. К слову, протяженность дорог только в городе составляет 45,5 километров. Тротуаров почти 60. Чтобы все сделать вовремя и не допустить заторов на дороге, коммунальники подстраховались. Приняты все меры для оперативной ликвидации снежных заносов на дорогах. Отремонтирована снегоуборочная техника. Традиционно наши улицы будут посыпать соляно-песчаной смесью. Необходимые объемы уже закуплены.